Сегодня 1 января, и я начинаю писать в новом ежедневнике или в новой записной книжке. Это моя новая записная книжка, можно сказать, мой новый дневник или мой новый ежедневник на 2019 год. Он зеленый. Каждый год я покупаю новый ежедневник или новую записную книжку. Вот мои ежедневники старые, которые у меня были раньше. Например, в 2018 году у меня был красный ежедневник. В 2017 году у меня был синий ежедневник. В 2016 году у меня был розовый ежедневник. А за 2015 год я не нашла ежедневник, я не знаю, где он. Возможно, я его потеряла. Но еще у меня есть три ежедневника. За 2014 год красный ежедневник. Красный ежедневник за 2013 год тоже красного цвета. И последний ежедневник, который у меня здесь есть, в Англии, за 2012 год. В 2012 году я приехала в Англию, и поэтому у меня здесь 7 ежедневников. И это мой новый ежедневник.